назначению главы Каспийска Бориса Гонцова сотрудники отдела муниципального контроля администрации города проводят мероприятия по устранению бесхозных нестационарных торговых объектов. Это касается НТО, установленных на муниципальной территории, а также не включенных в систему расположения. На данный момент уже демонтировано 6 НТО. Подобные мероприятия будут и дальше проходить в городе. Сейчас специалисты продолжают выявлять подобные объекты, которые не входят в план города.